Вне зависимости от погоды, ивановцам в понедельник станет теплее. В квартиры начнут подачу тепла. Распоряжение об этом на днях подпишет глава администрации Александр Кузьмичев. Согласно правилам, включить отопление власти обязаны, когда среднесуточная температура три дня подряд не будет превышать плюс 8 градусов. Пока показаний к обогреву горожан нет. Тем не менее, на улице влажно и прохладно. Поэтому принято решение дать отопление 1 октября. Поступает обращение жителей. Уже дискомфорт находиться в помещениях. Вы знаете, что еще с прошлой недели мы стали подавать тепло в наши образовательные учреждения и учреждения здравоохранения. С учетом того, что ряд поликлиник находится в встроенных многоквартирных домах, конечно, там можно подать отопление только при в целом пуске тепла во всем городе.